Всем, ребят, привет, с вами Седой Копатель. Скучаете? И я тоже. Скоро весна, но за окном еще снег. Сколько это продлится? Долго. Я сейчас занимаюсь чисткой компьютера, то есть очищаю файлы. Избавляюсь от всех старых видео. Вот, и сегодня у меня есть для вас видеосюжет, где мы с пацанами отправились на огороды. На огородах были находки. Без вступления, без всей церемонии мы сразу приступили к поиску. И находки были. Так что извиняйте за такой формат. Чистим компьютер. И что есть, буду выкладывать пока. Но материала предостаточно. Так что приятного вам просмотра. Ну что, ребят, Серега своей кочергой монетку отыскал. Вон она, ямки лежит. Ну, судя по всему, это сразу можно сказать день. О, смотрите, какая красотища. Вообще огонь. О, да это не все, Санек. Да ладно. Ну копай. Так, деньга у нас 1739 год. Это Анна. Да это я стою. Да не. Да. Вот, попикай. Ну, пикай. Да убери ее. Не. 39-й, Анна Ивановна. Пойдет. Эх, бонь какая-нибудь. А, вон она. О. Так, держи, твоя, раз. 39-й. А, это тоже деньга. Две деньги. В онлайне. А этот какой там? 39-й. А это 48-й. 10 лет разница. Две деньги. Ну та посимпатичней. Посимпатичней, хоть она и постарее. Хорошая. Здесь тоже овечки проглядывают. Да, ну да. Поинтересней. Ну что, хорошо, дает, ребята, распашечка немножечко. Мы около старого родника, ребята. Весь показывать родник не буду, а то сразу приедут тут, как обычно происходит. Нету. Ладно, теперь мы по дважды проверяем ямки, как нашли один крест огромный, а под крестом был складень. Если интересно, видео добыли. Ну а сейчас поля. Ребят, верховая находка. Холодно, жутко. И вот крест, походу, верховой был. В изморози. И вот такая вот чудесная в сохране. Нормально. Итак, ребята, еще одна находка. На этот раз, судя по всему, деньга. Да, это у нас деньга. Может, год увидим. 31-й, похоже. А, 48-й. 48-й год. Деньга. Лиза, Лиза. Итак, ребят, продолжаем ходить по полю. Находки, в принципе, есть. Вот я пришел, лежит Фишер. Рустика. И вот она. Ребята, очередная старый какой-то кокалик. Что за кокалик? Скорее всего, деньга. Смотрите, какой сохран здесь. Только чистка покажет, что за сохран. Но это деньга. Пам. Так, год. Не, год сказать не могу. Ну ладно, Фишер. Ну что, Рустика. Очередная монета. И монета очень приятная тем, что что-то крупное. Ну, размером, наверное, с Александр. Нет. Это, ребята, не Александр. Это, наверное, Катя или Лиза. Так, вензеля. Екатерина. Екатерина. 40 какой-то год. Какой, смотрим? А, нет. 90.
90 какой? 91 скорее всего. 40 какой-то. 40 это Лиза. Значит, 90. Что здесь с осадником у нас? О, бодрячок. Всадник-бодрячок. Пойдет. Пойдет. Идем дальше. Очередная зелененькая, кругленькая и среднего размера. Пищит здорово. Ну, мы сразу можем определить, что... Ох, Сережа. Пчела. О, Сережа, ты чемпион. С другой стороны, что? Пчела. Нормально? Сейчас я говорю. Год можно и не рассматривать. 10-й год. Пчелка. С другой стороны, что это? Зеленка так отвалится, что ли? А, нет, это окисел, зеленка. Да. Ну не вот. Здесь, пожалуй, сохранчик не очень. Здесь хорош. Или отойдет, Серый? Не знаю, посмотрим. Не знаю, что отойдет, нет, да? Ладно. Всяко лучше будет. Пошли дальше. Ребят, подскочил к Сереге. Видишь, какой тонк. Вот из такой вот ямины терка достала. Двушку, да? Пуст. Что-то тонкое. Ну, что-то сохранчик, да, и какая-то она беда. Тонкая. Да, на порядок тоньше. Ой, сейчас Серый даст нормальную капусту, и вы сравните, толщина какая. Ну, что это? Смотрите разница. Да, пару миллиметров есть, да? Держи, пойдет. Что-то у меня только всякая ерунда. Итак, ребят, Рустам прям это... Прям молодец, молодец. Гребет одну за другой. Очередная деньга. А, причем в коконе. Здесь очень много в этой деревне коконов. Зато видно хорошо. 49-й год. Фунды. Я думаю, отойдет, нормально будет. Да, здесь вроде как фунды были вдоль реки. Вот, и мы сейчас по этим распашечкам гуляем. Здесь было раньше, ну, предостаточно монет. Все именно вот такого вот характера. Старина. Где же? Ну, опять бомб, да? Ребят, сигнал был у меня звонкий. Пнул, а она вот такая вот выпала у нас. Что за монета? Ой, что-то на ней налипло. А это у нас тоже, походу, деньга. Я не знаю, видно вам нет, но орла, да? Деньга, походу. Или что это? Или пуговица? Не знаю, сейчас намочу. Гурт вроде монетный. Ладно, по-моему, деньга. Пацаны, вон, ходит, бродит. Всем, ребят, привет. Видео начинаю с конца. В каком смысле? Мы уже практически завершаем. Сейчас приехали я, Серега и Рустик. Здорово. На последний огород, ребята. Последний. Те, в принципе, неплохо дали. Пацаны нагребли немножко монет, причем древние-древние. Катя, Лиза, Анна Ивановна, все-все-все есть. Даже Павлик у нас оказался. Вот, так что сейчас последний огород, и будем собираться и делать обзор. Много хороших. Не зря себе рассказал. Поехали, ребята, копать древнятину. Хватит уже эти гнилые советы копать. Поехали древние, да, Серый? Да. Древние собирать. Советы надоели. Ну, знаете, я люблю, мне нравится тем, что много всякой ерунды. Я, кстати, заметили, да, у меня как бы идет металлопластика, а у пацанов только монеты. Не знаю, почему, с чем связано. Так что, ладно, погнали. Ребят, бежал к Рустику. Монетка, дабы как бы не особо много сигналов, ребята. Вот монетка, судя по всему, да, Александр? А2. В принципе, такая хорошая. Да? Не хорошая, ребята. Сейчас, если увидите,
На нем есть дефект. Вот, с левой стороны. Да, жалко. Рус пока чемпион, по-моему. Не знаю. Серег там еще что-нибудь нашел. Ребят, мусора здесь предостаточно. Прям куча пробок. Выпал у меня сигнал, ребята. Вот он. Это маленький колокольчик. Оттуда, наверное, не выковырю ничего. Но печалька то, что я, смотрите, по нему засадил. Да еще как засадил. Поправить не знаю. Рисунок на ободке есть, не знаю. Что-то проглядывается какой-то узор. Да, узор какой-то есть. Надеюсь, этот надпись. Но я его хорошо ботнул. Итак, ребят, у нас ветерок небольшой. Надеюсь, сильно мешать не будет. У меня вот такой вот кругляшок. Прям как Кайл. Да, в коконе. Ай, вон видите, да? Какой кокон. И там монетка. Кокон отваливается, и внутри монета. У вас такое бывает, ребят, что монеты все в коконах? И под коконом достаточно бодрая монета. Видите, да, отваливается кокон. И там что-то. Да это деньга. Низкая. Вот такая вот, ребята, кокон. Сейчас, может, меня кто и осудит. Вот, все сломал, все содрал. Деньга, деньга. Ты что, Серый? Нашел что интересное? Нет, диковинка. Да, диковинка. Как маниста. Тонкая. Ну и деньга. Итак, ребят, Серега принес вкусняху. Чем она вкусняха, ребят? Это Александровская деньга. Или копейка. Деньга, наверное. Копейка. Побольше. Блин, я такие это, как бы, по-моему, не встречал. Тру не пойму, что. 1867 или 57. А, слушай, ну это не это. Александр до какого был? 30-го. Серьезно, да, это деньга. Это интересный экземпляр. Очень интересный. 1700. Что-то не знаю, надо потереть надо. Ладно, это вкусная монета, вкусная. Вот, ребят, ямка, вот рустик и вкусняха. О, да. Сегодня этого царя еще не было. Павел Первый. Павел Первый, копейка. Но изогнута в тарелочку и ушатана. 1800 какой-то год. Хорошая, но печальная. Ладно, продолжаем. Ребят, Серега мне приготовил очередную деньгу. Но вообще хорошая. Вот орел что-то нехороший. А, будет нормальный, хороший. Здесь вообще бодряцкий. 39-й. А это что, до этого поднял? Да, я тоже в кокон, видишь. Ага. Сейчас отломается кокон. Там хороший, бодрый. В коконе, под коконом. Монетки бодрые. Пойдет, давай, держи. Деньга, ребята, в основном преобладает деньга и двушки Сашины. Вот здесь не глубоко, прям рядышком. Ребят, у Рустика сигнал, и он меня позвал заснять, потому что в камушке. Вот он выпал, монетосик. Что за монета? Примерзла. Немного примерзла. Чё-то... Походу деньга, что ли. Ну, что-то похоже, ребят. Или не деньга. Ну, интересная монета. А, это N1 копейка. N1. Да, копеечка.
57-й год. Вот она, красотка. Ладно, идут монетки. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, вот только что положил монетку в кармашек, ямку закопал и сейчас бегу к Сереге. Дабы Серега находится рядышком, говорит, вывалилась сама, ее искать не нужно. Да, вон она лежит. Примерзла с одной стороны. Верховой, что, Серега? Да, прям вот прибором увидел. Да, деньга. Ну а что здесь еще может быть? Да, как пуханули и вывалили. Деньга. Держи. Ага. Ну я в твою монету испачкался. Деньга, да, Сер? Черт. Затертый, да? Да, ух. Да, деньга. Да, деньга. Ушатанный. Да ладно, еще походим. Ну что, ребят? Пришло время с вами прощаться, стало темно, даже очень-очень сильно холодно. Это первые заморозки, по которым мы погуляли утром. Я даже вступление не сделал, потому что очень-очень было холодно. Как только наши находки пошли, я начал снимать. В общем, ребята остановились перекусить. О, замерзли! Все замерзло, ребята, реально. Вот, пацаны тоже, вон Рустик, Серега отогреваются горячим чаем. Ну все, ребят, на этом смотрим обзор. Достаточно неплохо, сходили по старине. Сережа сказал, мы так и сделали. Сережа сделал все. Да, все, все, ребята, всем пока, до новых встреч. На шурфе, мне не нравится по верхам. Ну, просто не прет. Ну, а по находкам, ребята, можно отметить несколько экземпляров. Это, например, экземпляр Рустика. Скорее всего, двушка Екатерина. Ворон. Да не, да. Лягушка помирает от мороза. 2 копейки, ребята. Они затем вот такая крест. Вот ерундовина была. Ребята, это пряжечка советская, причем парадная. С куском ремня. Да, с кусочком ремячка. Так, Павлик. Достаточно такой, был бы хороший, если бы но. Но вот из-за этого. Сделали из нее блюдечко и здесь навтыкали люлей. Деньга в коконе. Кокон отвалится и будет достаточно бодрое. Хорош, Сережа. Хорош, блин. Вот, видите, кокон? Сейчас чуть вот так вот. И отломается. И там, видите, хороший экземпляр появляется. Ты что, Александр, это надо шабером делать. Ребят, деньга, ёшкин кот, это деньга, чё её шабером? Вот, N1. Странно такие монетки здесь видеть, как и Николай, да? В основном деньга. Катя, Лиза. Так, А2. Даже Николай он здесь. Да, Николашка. Двушечка. Дальше, вот смотрите, какая толщина этой деньги и размер. И вот этой деньги. Смотрите, какая. Тонкая-тонкая. Походу фальшивые, да? Походу в этой деревне их много было. Как Павликов, так и вот деньги. Да, Сера? Здесь много. Сгнили просто. Ну какой сгнили, смотри, рельеф-то хороший, Сера. Она же. Рельеф хороший. Целиком с рельефом. Да мне кажется, все-таки это. Фальшивые какие-то. Вот, толщина, вот, смотрите, деньги, вот. И это какая-то детская. Так, советики только у меня были гнилые. Здесь у нас нормальные экземпляры. Вот 1812 год. Неплохая такая. Хорошая двушечка будет. В мыле отойдет стопудово. Так, и еще двушечка. Замечательная. 13-го года.
печалька вот с этой вот монеткой тоже. Вроде как неплохая, да? Ероя. А с другой стороны она вот здесь вот такая. Не айс. Дальше. Деньга. Деньга, 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 деньга. Куча деньги. Вот эта деньга вообще красавица. 39-й год. Ну и на пассажок. Самое интересное, наверное, пожалуй. Это 1827 год. Деньга. Самая лучшая, наверное, находка. И все-таки самая дорогая. Ну все. Все, разбирай монету, ребята, разбирай.